Накануне в правительстве региона состоялось совещание в режиме ВКС с руководителями управления соцзащиты, КЦСОН и центров занятости под руководством вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Присутствующие обсудили вопросы о возможности создания системы по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами, оформление соцпаспортов для участников СВО, помощь отдельным категориям жителей при газификации домов и многое другое. Особое внимание было уделено теме долговременного ухода. Махмудов пояснил участникам встречи, что в Дагестане уже определены три учреждения, которые будут задействованы в этом проекте. Это столичный центр социального обслуживания населения, а также КЦСОН в Каспийске и Кизляре. Он пояснил, что на данный момент разрабатывается план мероприятий по первому этапу выхода системы в регионе. Общий охват составит 200 человек. Для этих целей в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено примерно 27 миллионов рублей. Для осуществления этого проекта будут привлечены помощники по уходу.